Михаил Борисович, ну сегодня неудача, давайте о ней говорить не будем. Как в целом турнир, как команда его прошла, на ваш взгляд? Ну, я не могу не сказать о сегодняшнем матче. Это был настоящий футбол, открытый. Я бы сказал, мужской футбол. В этом смысле, наверное, матч выделялся среди других, которые были здесь, в Грозном. Ну, можно говорить много о сегодняшней игре, но главное счет на табло, а он показывает, что сегодня команда Чеченского университета оказалась сильнее, если она победила со счетом 2-1. Если говорить о турнире в целом, о нашем участии, ну, два этапа мы прошли достаточно успешно, победили принципиальных соперников ростовчан. В первом туре победили команду Московского физико-технического института. Но задача была выиграть все три игры, поэтому мы можем говорить о том, что задача не выполнена. Уходим на перерыв, потому что сезон был крайне тяжелый. Ну а потом, в декабре, начинаем подготовку к новому сезону. Хорошо, удачи, спасибо.